Всем привет! Опять вернулся на канал. Ух ты! Вон карп. Видишь? Воды вообще мало. Попробую сегодня половить на канале. Последнее время, не знаю, не везет. Куда ни езжу, ноль рыбы, ноль. Дождей не было, пересохло совсем все. И ручеек стал какой-то. Какая тут рыба может быть? Не знаю, народ, где ловить. Вообще непонятно. Было что-то. Что-то было. Мелочь какая-то. Мелочь. Уп! Мухомор, и что-то там выпрыгнул. Лох. Я упал, а там какой-то безумец выскочил. Могу я сейчас попробую один эксперимент сделать? Проверим, если на океане галп работает, как он будет тут работать. Сейчас, блядь, бы открыть его. Так, кому он? Небольшие ямки и рыба есть. Так вообще в ручье никого. С такой малой водой. Так. Ну вот, что я думаю. Попробую. Вот тот же крючок. Небольшой. Попробуем. Маленький крючочек. Попробуем галпом половить. Не знаю, хорошая идея, нехорошая. В всяком случае. Опа. О! Да! Да. Фишон, yes. Ну что? Ох, галп работает, ты видишь? Упс. Good. Good bass. Окей. Хороший бес на галп, так что работает везде. И фреш тоже. Мерный. Отпустим. Так, народ, перебрался в другое место. Воды, я вижу.
та же история. На галп бегут. На галп бегут. Санфиш я не хочу в этот раз ловить. Ух, тут вода совсем чистая. Ух, посмотри, как... Ты посмотри, как атакуют санфишки. Если что, потом попробуем их. Я хочу беса взять. Беса. Беса, беса, беса. Тут и вода почище, посмотри, какая. Ух, ты посмотри, как атакуют вообще гал эти санфишки. Я только бросил, смотри. Оп. Оп. Посмотри, как. Если сейчас мелочь какую-то бросить, они точно схавают. Такие монстры вылетают. Нужен крупняк. Нужен крупняк. Тут и рыба побольше, поактивнее как-то. I like it. I like it. Вот может из-под кустов какая-нибудь дура там. Из-под кустов выскакивает мелочь только. Упс, санфиш. Санфиш. Ух ты, посмотри. Правильно? Так. Ну, а где бесок? Опа. Ес, ес. Фишончик, фишончик. Оп, красавчик. Иди ко мне, дружище, иди ко мне. Опа. Yes. Вот он, бес. Балбес. Хоп. Отлично галп работает. Отлично работает. А ну-ка, отдай ко мне. Эх ты. Опа, yes. Найс. Ух, не очень хороший релиз. Релиз. Вот хорошее местечко. Опа, выскочил какой-то или карп, или что это такое небольшое было. Неужели бес такой? Такого шикарного размера. Блин, или это санфиш атакует так? Прямо в закид. Бьет в закид. Опа. Оп. Оп, оп. А ну может и карпу понравится галп. Он вкусный. Давай. Посмотри, интересуется, посмотри. Давай, давай, ребятня, вкуснятина. Ух ты. Ты посмотри, в прошлый раз я приходил, они наоборот убегали, а тут на любимый галп, так... А ну-ка, дай-ка я им еще брошу. Опа. Ты посмотри, они интересуются. Нет. Ладно. Неинтересно. Я не хочу. Вот два беса плывет. А ну-ка. Интересно. Вижу их. Вижу товарищей.
Yes. Взял. Увидел. Победил. Без на галп. Так что, народ, пробуйте, галп работает отлично. Уп, ушел. Интересно, вот эти цвета. Я вот заказал себе еще Гарри Ямамото такого же цвета. Удивительно, но рыба любит. Я, в принципе, всегда ловил на памкин, зелененькие. А это, а ты посмотри, это bubblegum color. Очень даже неплохо работает. Даже очень неплохо. То есть проверю в следующий раз. Сенко такого же цвета.